Мы продолжаем следить за тем, сколько новых рабочих мест за неделю появилось в стране. Так, по данным Управления координации занятости и соцпрограмм, в списке лидеров оказалась Алматинская область, там 717 вакансий. Далее идет Кустанайская, созданы 295 рабочих мест. В Жамбылской и Североказахстанской областях более 200. В ЮКО 189, в Актюбинской безработных стало меньше на 176, в Восточно-Казахстанской на 134. Меньше всего рабочих мест создано в Мангыстауской и Павлодарской областях 17 и 11, соответственно.